Карапузики, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Кстати, не забывайте подписываться на канал. Сегодня данная женщина нам расскажет, какой же все-таки должна быть жена у успешного мужчины-миллионера. Есть как минимум 4 составляющих, в которых должна проявляться девушка, женщина, жена, без разницы. Первое. Она должна создавать уют в доме. Второе, она должна давать удовольствие и энергию для того, чтобы мужчина хотел что-то делать. Третье, подталкивать к идеям и каким-то определенным целям. И самое важное, это она должна восхищаться своим мужчиной, говорить, какой он крутой, хороший, что у него всегда все получится. Я думаю, вот эти 4 составляющие. Смотрите, ну сначала мое мнение, а потом объективно скажу. Во-первых, каким образом женщина будет давать энергию? Она что, гречка, что ли, или овсянка? Углеводы сложены. Как нам будут давать энергию, я не понимаю. Ребята, возможно, там все она хорошо говорит, там как бы это качество хорошее, те, что написала, как бы, да, ребята, но нужно делать поправку на нынешнее время, и тем более на нынешнее государство. Но в нашем государстве, в нашем времени иметь жену, это пускай даже она будет хорошая, она 20 лет была хорошая, потом ей что-то мкнет в голову. Обидится она там, влюбится в кого-то, и это нормально, кстати, да, когда люди влюбляются, потом разлюбляют друг друга, как бы, да, ну, это люди, это им свойственно, как бы, да, вот 20 лет она была хорошей, потом шпока, и все, ушла, и вот то, что-то она там тебя делала успешным, там, толкала тебе, там, гречкой была для тебя, как бы, энергию давала, да, потом, хоп, у тебя и половину имущества забрала. Мое мнение, что жены в наше время быть не должно, по крайней мере, официально и даже сожительницы. Вот, подруга, спутница по жизни, как бы там, партнерша, возможно, в каких-то отношениях, да. Но жена это такое себе, как бы. Возможно, как бы в какие-то другие времена это и было хорошо. Но сейчас это такое себе. Это чревато очень такими нехорошими финансами и последствиями, и даже по здоровью это не очень хорошо будет. Так что выводы делайте сами.